These pictures were taken in a London hospital, late November 2006. Alexander Litvinenko, former officer in the Russian Secret Service, died of poisoning from what turned out to be a rare radioactive substance. The mysterious Litvinenko case became world news as the search for the murderers acquired highly sensitive political dimensions. The motive, a combination of revenge and deterrent. So is that theory plausible? The links between Mr. Litvinenko's symptoms and this alpha radiation exposure is a matter for the police, and I cannot comment further on this. And of course, the British police will be going to Russia and will continue to go wherever the evidence leads. Two years before, Alexander Litvinenko spoke about his work and life, as intriguing as the death that he foretold. Фамилия моя Литвиненко, зовут меня Александр. Я бывший подполковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Сейчас я живу в Англии, где имею политическое убежище. Я и моя семья. Холодно было, дождь шел. Он сам не говорил, какой он хотел камень или что он хотел потом? Да, в этом разговорах не было. Мы не думали вообще, что это случится. До последней минуты, пока его не интубировали, я не верил, что он умрет. Не было. Так пришел сам. Смерть на себя. Длинные руки Путина достали. Я знал, что это банда уже к тому времени. И я не видел никакого отличия между нашими офицерами и бандитами, против которых мы боролись, кстати. Единственная разница только, что у бандитов не было власти государственной, а у наших офицеров она была. Я понял, что я попал в банду, я это осознал, начиная с 96 года я уже это понимал. Но из банды очень тяжело выйти, из любой, я вас уверяю. Даже на Западе, если вы попадете в банду, из нее очень тяжело выйти. А это английский флаг? Он любил Англию. Это его была вторая родина. Она ему дала убежище. Он был влюблен в нее. Где он прошел, там все осталось за ним. Это же вот проверяли это аппаратом, прибором. А дом тоже радиоактивный? Поэтому и не пускают туда. Видит, его не трогают, а тут он же уже был гражданин Англии, у него паспорт уже, все. Тут Марина мне показывала паспорт Сашин и свой, и они уже граждане Англии, у них двойное гражданство. Но никогда бы не подумали, что его убьют, английского гражданина. Четверо детей. Я всегда шутил. У меня три сыночка и лапочка-дочка. Трое у меня. Дочка и три сына. Саша старший.
Вот. Он был хороший спортсмен, мастер спорта пятиборья, учился в школе. Вот. Ну, дед у нас был такой строгий правил человек. Вот, прививал чувство порядочности, чести воинской. Ну, Саша, как ребенок, он всегда оставался ребенок. Вы знаете, в последнее время он внутри был ребенок. Неприкрытый, голый ребенок. Ну, естественно, интеллект у него был высокий. Даже вот когда я-то зав. Отделения психиатрии был, а у меня главный врач был кандидат медицинских наук, он мне как-то говорит, а я-то присмотрелся к детям, они все для меня дети. Он говорит, Вальтер Александрович, у вас сын, говорит, величайшего интеллекта мальчик, вы его учите. Но жизнь построила так, что он пошел в армию. Потом его забрали в ФСБ. Он звонит мне, папа говорит, меня в ФСБ берут. Я говорю, то есть КГБ тогда это было. Я говорю, иди. А что не служить в КГБ? Вот. Разведка всякой стране нужна. Естественно, мы все патриотически воспитанные, видели Штирлица. Вот, видели, конечно, сын мой пошел туда. Мы даже гордились тем, что он там служит. В ночь, когда Саша умер, нам сказали, что это очень опасно оставаться в доме, и мы должны его покинуть. Я даже не могла взять школьные вещи для сына. Единственная эта фотография. Это был подарок. То, что пока у нас есть. Но не только это, конечно. То, что Саша, он с нами. С Сашей мы познакомились совершенно при необычных, с одной стороны, обстоятельствах, потому что это был момент, когда он занимался своим делом. Он помогал моим друзьям, потому что они оказались в не очень приятной ситуации, а люди посчитали необходимым получить с них деньги. А друзья мои, танцоры, у которых не было особо больших денег, естественно, они никогда не сталкивались с таким криминалом, они были очень напуганы, испуганы. Но тогда они мне уже рассказали, что им помогает один человек из... Мне трудно уже сказать, это было ФСК, КГБ, что это было. Но они говорили о том, что это совершенно необыкновенный парень, очень веселый, очень смешной, что они чувствуют себя очень надежно с ним. И как раз это был день моего рождения, когда они всегда меня поздравляли, но они очень боялись даже одни выходить на улицу. И они сказали, Марина, если возможно, мы приедем вместе с ним к тебе в гости, поздравить тебя с днем рождения. Это не было никакой ни пати, ничего. Это просто был визит моих друзей, поздравить меня с днем моего рождения. И они приехали с Сашей. И да, он был забавный, такой необычный, наверное, на самом деле. Но у нас были совместные интересы, он знал, чем я занимаюсь. Да, я думаю, что как раз он мне всегда говорил, Марина, как мне нравится, что ты танцуешь. У меня, говорит, всегда была мечта, чтобы у меня жена танцевала. Когда я стал служить в КГБ, когда я служил в дивизии Дзержинского, в придворной дивизии, я видел, как живут ЦК КПСС, я видел, как живут эти люди. Я прекрасно понимал, что эти люди просто-напросто обокрали мой народ. Появились очень богатые офицеры внутри ФСБ, которые ездили на дорогих машинах, имели дачи за границей, имели по нескольку квартир, имели счета в банках. Они управляли банками, то есть, под криминальной крышей держали банки. И все прекрасно понимали, 96-й год, он как бы был ключевой. И к 96-му году к руководству ФСБ начали возвращаться люди, которые, в принципе, всю свою жизнь занимались борьбой с инакомыслием, то есть бывшие офицеры 5-го управления КГБ СССР. И фактически сегодня мы видим, что офицеры спецслужб захватили власть. И в России управляют бывшие офицеры КГБ, бывшие офицеры 5-го управления государственной безопасности Советского Союза. Те, кто всю жизнь занимались борьбой с инакомыслящими.
в пятом управлении всю свою жизнь прослужил Путин, потому что никогда он в разведке не служил. Он всю жизнь служил в пятом управлении КГБ. Даже находясь в Германии, он выполнял задачи пятого управления КГБ. Значит, Патрушев, директор ФСБ, он всю жизнь служил. On the 1st of November, he had lunch with an Italian contact in a Japanese restaurant in central London. On the same day, he met two Russian contacts in a London hotel. Hours later, he began to feel ill. He looks very bad. He lost all his hair, as I said, so visually. He looks to me very tired, and he looks obviously much older than he really is. He's thin. He still is not eating. Вот. Потом попал в Чечню. Вот здесь он немножко замкнулся. Вы знаете, я прошел первую войну в Чечне. Я прошел все горячие точки на территории бывшего Советского Союза. На моих руках умирали солдаты. По-настоящему умирали. Я видел, вот один раз 18-летний парень, вот я помню, еще пулю взял, он остановился. И за все это время ни один начальник, ни один политик нам не объяснил, что мы там делаем, кого мы там защищаем и за что мы там воюем. Потом я уже вот сейчас многое узнаю. Саша делился и с Ахмедом. Это брат мой Ахмед. Мы с ним побратались после смерти Саши. Он мой брат. Безусловно, Саша, он как оперативник, который занимался по Чечне, и мы, у них было на нас, на каждого досье, на Джохараду, да, он мне это говорил. Он вел даже, Саша вел все наши эти дела. У него было про меня информации намного больше, чем у меня у самого. И у него, как говорится, не было вот этой проблемы, вот преодоления вот этого барьера, который существовал у меня. Он рассказал мне случай. К ним попали в плен 5-6 человек, и среди них был мальчик, которому было 14-15 лет. И как вел допрос Саша. И он обратился к этому мальчику, ну ты-то что полез в этим бандитам? Ты-то почему? Тебе бы в школе учиться, тебе бы это самое, то-то-то. Он говорит, нет, я не один, мы всем классом ушли на фронт. Вот это очень запало Саше, и он говорит, я просто для себя уже точно решил, что Россия никогда эту войну не выиграет, и что определенно, какая бы ни была бы идеология, всем классам в банд формирования не уходят. Вот он понял, что такое война для чеченцев. Вот это, как он мне говорил, практически произвел в нем абсолютный перелом. И в сознании, и его отношение к этой войне. Если ты видишь, Путин, смотри, это мой брат, Ахмед Закаев. Я теперь тоже экстремист, я уже тоже террорист. Жди меня, я приеду в Россию. Убей меня, Путин. Я отец твоего врага. У меня был мой... Вот я закончил группу, у нас было 25 человек. Половина уже убиты. Военное училище закончил. Я помню, когда мне позвонил мой друг Сергей Медведев. Он в Чечне года 4 пробыл. Дивизия стояла внутренних войск в Чечне. Их потом вывели в Ставрополь. И от него ушла жена. Он мне звонит, говорит, Саня. Я говорю, ты где живешь, Сереж? Он говорит, я живу в палатке. Мне, говорит, орден дали мужество. Но я в палатке живу. У меня кроме чемодана, говорит, ничего нет. А я ему говорю, Сереж, как, кроме чемодана ничего нет? Он говорит, Саня, я живой. У меня руки, ноги и глаза, понимаешь, я живой. Да, говорит, я чуть-чуть с психикой, у меня тяжело, но, Саня, я, говорит, живой. Tonight, Alexander Litvinenko is fighting for his life up there in a hospital room behind me. So far, British intelligence has been keeping an open mind on who could have been behind this apparent assassination attempt. We've done a series of investigations here, and based on his presentation and some of the laboratory tests that have come through, it is possible that he may not have been poisoned with thallium. He has been moved to intensive care unit because they want to monitor his
life, you know, vital signs. He has a 50-50 chance of surviving the next critical 3 or 4 weeks. Я уже к тому времени знал, что ФСБ убивает людей без суда и следствия. Одно дело знать, что твой сосед по кабинету убивает, а другое дело убивать самому. И я, когда мне дали приказ убивать людей, сказал, я этого делать не буду. Сначала не прямо, сначала просто не сделал, тихо, молча. А потом, когда начали настаивать, я отказался открыто. Я поговорил со своими подчиненными. У нас был такой разговор. Я говорю, у нас есть 3 пути. Путь первый – начать убивать. И тогда, ребята, у нас уже пути назад нет. Конечно, мы будем жить богато, будем убивать в интересах своего начальства, и начальство нам разрешит убивать в наших интересах. Мы будем иметь большие деньги. То есть, если ты можешь заниматься свободно убийствами, ну, 10-20 тысяч долларов в месяц ты можешь свободно заработать в Москве. Путь второй – ну, если мы начнем убивать, то пути назад уже нет. Путь второй – это просто этого не сделать, и, может быть, нас раскидают по подразделениям. Молча. И путь третий – открыто выступить. Если мы открыто выступим, то это все равно, что пойти на амбразуру Дзота грудью. Я знал, что подняться против этой системы – это равносильно смерти. Что с нами будет, я сказал, я не знаю. Но мы должны сами решить, что делать. И мы несколько месяцев думали, и после этого открыто выступили против нашего руководства. Как открыто? Мы пошли в прокуратуру и написали заявление, что нам отдают преступные приказы. Так, вот еще одна кассета. Сейчас я поставлю, мы ее посмотрим. Ну, там плохо видно очень, скрытая запись. 25 марта 1999 года был арестован, посажен в тюрьму ФСБ. Лефортово, где я просидел 8 месяцев по сфабрикованным обвинениям. Суд меня оправдал, признал невиновным. После слов судьи в зале «Освободить из-под стражи» в зал суда забежали офицеры ФСБ в масках с оружием, автоматами Калашникова в камуфлированной форме. Одели на меня наручники, выволокли меня из зала суда и отвезли в уже в уголовную тюрьму, Бутырскую тюрьму отвезли. Уже третьи сутки Александр Литвиненко находится в Бутырском следственном изоляторе, куда он был доставлен под усиленным конвоем опергруппы ФСБ прямо из зала суда. Следователи не смутило, что Литвиненко был только что оправдан. Арест в зале суда – это нормальная юридическая практика? Я за 40 лет работы в судах в разном качестве с такой практикой никогда не встречался. Со мной встретился офицер ФСБ, полковник, и сказал, больше мы с тобой разговаривать не будем, мы тебя убьем, мы убьем твоего сына, 6-летнего. То есть, мне он сказал так, что тебя же судят не за то, что ты уголовное преступление совершил, все знают, что ты их не совершал, а тебя судят за то, что ты предал систему, за то, что ты открыто выступил против системы. Вот это агент говорит, что ему дали команду меня убить со скрытым лицом. Агент ФСБ говорит, что ему дали команду меня убить журналисту. И это я встречу сделал. Сплошной детектив. Вся история Советского Союза – это один детектив. Сейчас я еще одну поставить или не надо? Судья, ты видела, судья в шоке сидит? Судья в ужасе. Я сказал, это засада в зале суда. Суд в масках. Такой день видел, чтобы суд в масках ворвались. Ужас. Путин уже стал президентом. И он уже начал выстраивать свою вертикаль власти. То есть эта вертикаль распространялась и на ФСБ, и на военную прокуратуру, на военные суды. Их, кстати, раньше других взяли под контроль, чекисты, во главе с Путиным. И никакой справедливости в этой ситуации мне добиться было уже невозможно. Мало того, еще угрожали убийством моему маленькому ребенку. И я принял решение покинуть Россию. И в конце лета, совершенно неожиданно, он говорит, мне надо уехать. Я говорю, куда, зачем, я тебе потом позвоню.
А мне предложил купить путевку и поехать отдохнуть. Я говорю: Саш, я не понимаю вообще. Октябрь месяц, ребенок начал школу музыкальную, я начала свою работу. Какой отдых вообще? Зачем нам отдыхать? И вот тот момент, когда Саша вот становится очень серьезным, и с ним рассуждать, спорить не нужно, вот при всей его вот этой легкости такой, с одной стороны, мягкости даже, он мне сказал: Марина, это надо, потому что меня там опять посадят, и меня больше из тюрьмы не выпустят. Я говорю: Саш, ну я дождусь, я вытерплю, я постараюсь, я выдержу. Он говорит: Марин, нет, ты понимаешь, что это не закончится никогда. И потом мы оказываемся на улице. Ну, не на улице, а мы выходим на свежий воздух в Лондоне. И, наверное, понимаем, что начинается новая жизнь. Forensic officers who've completed their investigation at this sushi bar continue to search a hotel and Alexander Litvinenko's home. If that polonium 210 is ingested into the body, and if the dose were to be sufficiently high, one would expect to see tissue damage characteristic of radiation. What's fascinating is the way the polonium 210 traces are giving us clues as to how the police investigation is progressing. And once again, there's the link with Moscow, though security officials are emphasizing that still doesn't necessarily suggest foul play or that Russian government agencies are involved. Зовут меня Владимир Буковский. Я родился и вырос в Советском Союзе. Был политическим оппонентом режима, за что подвергался различным репрессиям, провел в общей сложности 12 лет в различных местах заключения. А в 1976 году был обменен на лидера чилийских коммунистов. Вы знаете, он сам меня нашел, приехал с семьей познакомиться и сказал мне, что в училище КГБ мое дело изучали. И поэтому он точно знает, что я не, так сказать, не двуличный человек. Так что основания считать, что он как бы не двойной агент, были. Со временем я, конечно, приглядывался долго, но я пришел к выводу, что вполне он честен. Он был поражен, когда я ему показал документы, когда-то скопированные мной в архиве ЦК в 92-м году. Про то, чем эта организация занималась, он был шокирован, поверьте. Он их читал, эти документы, двое суток. Позвонил мне где-то в 4 утра. Говорит: слушай, так это что ж получается, КГБ всегда была террористической организацией? Он был просто этим шокирован. Несколько месяцев он ни о чем другом говорить не мог. А парень, он был довольно открытый, он не умел притворяться-то особенно. Так что было понятно, что это действительно для него новость. В 1999 году у нас опять перед выборами президента, перед выборами в Государственную Думу начинают взрываться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это... а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Ну, одно из таких прямых доказательств, самых серьезных доказательств, что ФСБ взорвало дома, это попытка подрыва 5-го дома в Рязани. Значит, с 21 на 22 сентября ФСБ пыталась подорвать дом в Рязани. Они этот дом заминировали, и по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Приехали саперы, разминировали эту взрывчатку, вот, завели уголовное дело с окраской терроризм. И начали искать террористов. И буквально через полтора дня они их нашли. Задержали этих людей, эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный.
В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайло, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани. Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ и тут же доложили Патрушеву, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это была не попытка взрыва, а это были учения. И там был не гексоген, а был сахар. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть определено. Но мы специально принесли и знаем, что это процессально оформлено все было, закреплено в документах, чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. Значит, вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 сентября 1999 года. Селезнев, председатель Государственной Думы Российской Федерации, начинает собрание и говорит: «Здравствуйте, уважаемые коллеги, садитесь», значит, и начинается заседание. Значит, он начинает выступать, о повестке здесь говорит, и вот заявляет Селезнев Геннадий Николаевич. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября 1999 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть, мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть дом 13 числа они взорвали на Каширском шоссе, а написали, что Волгодонский. А Волгодонский дом они должны были взорвать по плану 17 числа. Всю диаспору. Ну, если вы только разрешите, я, конечно, первую на улице поведу. Всю диаспору чеченскую. Мы всегда с бандитами разговаривали на языке закона, а они с нами по понятиям. Сегодня быстро, решительно, сжав зубы, задушить гадину на корне. Если мы сегодня этого с вами не сделаем, завтра будет хуже. То есть все, кто приближается к этой тайне терроризма, которым занимается ФСБ в течение 12 лет на территории Российской Федерации, все люди либо застрелены, либо умерли скоропостижно. То есть я не вижу ни одного живого на территории России, кто бы вот плотно этим занимался. То есть не просто наскоками, а вот именно серьезно этим занимался, требовал от власти, и самое главное, кто требовал бы от власти ответа. Ответить на конкретно поставленные вопросы. Сейчас я тогда выключите камеру, я пойду возьму на русском языке книгу, сейчас ее прошу. Сейчас одну секунду, я вам сейчас дам на английском и посмотрите. Им сейчас надо и следы заметать своих преступлений, а кто о преступлениях знал? Аня Политковская знала, что творится в Чечне? Сын мой знал о взрывах домов? Непосредственно свидетели? Сейчас они будут убивать и остальных свидетелей. Бандиты всегда делают, они заметают свои следы.
я могу сказать, что я в 99-м году, как тогда, так и сейчас, я все-таки думаю, что это наша спецслужба, но руками чеченцев. Ну, а если это наша спецслужба, то зачем? Public relations. Нужен был взрыв соответствующих настроений в обществе, нужно было начать войну, нужно было так ее обосновать, чтобы у общества не было вопросов никаких, и чтобы взбунтовать эмоции таким образом, чтобы они победили у людей. Намечались выборы, из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля, в российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. И его сделали. И войну начали. И сделали ее кровавой. И никого не шокировала летящая на Грозный бомба. Да, отлично. Все правильно. Я знал Аню хорошо. Я знал, насколько она слаба. Я знал, как она боится. Буквально за 1.5-2 месяца до ее гибели мы встречались в Лондоне. Я уже 1.5-2 года ее уговаривал. Я говорил: Аня, ты уже давно перестала быть журналистом. Ты переросла это. Ты эксперт. Тебя слушают, тебя слышат. Ты можешь для России и для всех сделать намного больше, если ты сохранишь себя и останешься здесь. У тебя столько материалов, которые ты 10 лет только езди и говори, и привлекай внимание. Она говорит: нет, я журналист, я все равно журналист. Я говорю, а потом она признавалась. Она говорит: Ахмед, ты не представляешь, как я боюсь. Я захожу каждый раз в подъезд и думаю, что я последний раз туда захожу. Вот просто она сказала это слово. И вот у меня постоянно в голове вот эта ситуация была. Вот этот узкий подъезд, это слабая женщина и приставленный к ней в лицо пистолет. Я просто понимаю, что она пережила вот за эти секунды. И, конечно, это был очень сильный удар. Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны это знать, во всяком случае, эксперты это прекрасно понимают. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. Она была известна в журналистских кругах, в правозащитных кругах, на Западе. Повторяю, влияние на политическую жизнь в стране было минимальным. И убийство такого человека, жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России. И это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации. Это абсолютно очевидный для всех в России факт. Но, повторяю, кто бы это ни был, и какими бы мотивами эти люди ни руководствовались, они преступники. Они должны быть найдены, изобличены и наказаны. Мы будем делать для этого все необходимое. Саша на самом деле был очень хорошим оперативником, очень хорошим.
И 1 числа то, что произошло, он мне утром позвонил, сказал, что Ахмед, я получу информацию относительно вовлеченности людей, возможной вовлеченности людей в убийстве Анны Политковской. Ну, он уже был отравлен. Ни он, ни я, мы это не знали. Удобно не сказать то, что я знаю. Здесь прозвучал прямой вопрос, кто убил Аню. Я даю прямой ответ. Аню убил господин Путин, президент Российской Федерации. During our last meeting, one of our last meetings, he asked me directly, can they kill me? Do you think they can kill me? Я говорю, конечно, Анечка, могут убить, и я вообще советую тебе уехать из этой страны хотя бы на время. Она мне сказала, что ей угрожал Путин. She said that Putin threatened her. Он ей передавал угрозы через Хакамаду. Раньше ведь меньше убивали, потому что они были под контролем ЦК. И на каждое убийство им надо было получать разрешение ЦК. Это довольно сложная была процедура. А сегодня они решают просто на уровне своих кабинетов. Так что сейчас убийств стало очень много, гораздо больше, чем в мое время. Были, и тогда были убийства, но гораздо меньше. А теперь это просто им гораздо проще, чем идти в суд, доказывать что-то. Ему грозили беспрерывно. Несколько раз я сам был свидетелем, ему звонили на мобильный прямо из Москвы и говорили, ты что думаешь, ты в безопасности там в Лондоне? А? Вспомни Троцкого. Однажды здесь в Кембридже был, мы гуляли по городу с его сынишкой, солнце, весна, птички, поют, вдруг звонок. И они ему грозили все время. The trail left by the Polonium 210 is spreading beyond Britain. The two British Airways aircraft that flew European and Russian routes are now grounded at Heathrow and have tested positive for minute traces. The third in Moscow is waiting to be tested. The Polonium trail has now shifted to Russia, and even here to the inner sanctum of the British Embassy in Moscow. One man the police may want to speak to is Andrei Legovi. Я не сами мне назначили встречу на четверг, 23 число, 14. Я вместе с Дмитрием. Some analysts allege that through witnesses like Lugovoy, the British investigation might ultimately lead to the seat of Russian government, the Kremlin. Попытка развернуть некую кампанию вокруг этого дела, сделать его политической сенсацией, она уже захлебывается. But if it does prove to be Russia, as so many suspect, then this would mark a return to the dirty tactics of the worst days of the Cold War. So already, for the British detectives here, signs of many difficulties ahead. Мне, в общем-то, все равно, который из офицеров КГБ его убил, один, другой или третий. Мне это совершенно не важно. Я отлично понимаю, кто заказчик. Вот это я понимаю, поскольку они особенно и не прятались. Как вы, наверное, читали в моих заявлениях, они в июле приняли специальный закон, позволяющий президенту России использовать свои спецчасти для уничтожения врагов, экстремистов, как они пишут, внутри России и за пределами. Закон был принят, Путин его подписал 27 июля, а министр обороны немедленно выступил, Сергей Иванов, и сказал, что списки уже составлены. То есть они это сделали абсолютно открыто. Ну, конечно, внимания никто не обратил. Ну, появились первые жертвы. И это, уверяю вас, не последние. Он просто всегда мне говорил, Марина, ты понимаешь, я опер. Вот я опер не в том смысле, что он занимался этой работой, а он просто вот по-настоящему. Человек, который может эту работу делать, может быть, лучше, чем другие. Я Сашу приняла сразу таким, какой он есть. Это не значит, что я не пыталась что-то там, знаете, как любая женщина в своем муже хочет что-то всегда скорректировать. И женам кажется, что они это могут. Это неправда. Мужья иногда могут показать вид, что они это сделают. И, может быть, в каких-то бытовых моментах Саша мог это. Но в основных он никогда. И я как-то сказала, Саша, ты понимаешь, что, в принципе, это будет на нашей семье как-то отразиться? А он говорит, Марина, как? Я не могу поступить по-другому. А потом мне говорю, Марина, ты знаешь, почему я многие вещи делал вот так вот смело? Я говорю, почему? Потому что я был уверен, что ты за моей спиной.
Alexander Litvinenko died last night, leaving doctors confused about exactly what had killed him. This morning, friends of the former Russian agent read out a statement he'd written while in hospital. As I lie here, I can distinctly hear the beatings of wings of the angel of death. I may be able to give him the sleep, but I have to say my legs do not run as fast as I would like. You may succeed in silencing one man, but the howl of protest from around the world will reverberate, Mr. Putin, in your ears for the rest of your life. Умер мой сын. I have a terrible... Он погиб от маленькой атомной бомбы. A terrible thing has happened yesterday. Она была такая маленькая, что ее даже было не видно. My son... Вальтер, подождите, я переведу. Фигура Литвиненко самого мне показалась очень интересной. Но вот был человек военный, человек, прошедший Чечню, человек, боровшийся с бандитизмом, рисковавший своей жизнью, как он говорил, по подворотням, где-то на холоде, под дождем. И сам, не из книг, что называется, сам пришедший к тому, вот к той черте, за которой было преступление, настоящее убийство. И что-то внутри ему сказало: стоп. Вот я уверен, что он не был ангелом, и что и в Чечне, и в органах безопасности в 90-х годах люди проходили через очень много компромиссов, наверное, было на его пути. Но вот была черта, через которую он не мог перейти. И я чувствовал, как режиссер, я работаю с актерами, я смотрю им в глаза, я чувствовал, что это правда, что он не придумал это. И для меня он был образом русского народа, вот собирательным образом тех людей, которые, если на что-то будет меняться, то через таких людей. В 1991 году коммунистической идеологии не стало, осталось уголовное. Саша вышел из органов госбезопасности, из которых у нас сейчас почти вся элита вышла, да? И тем не менее он был другим. Он часто сравнивал себя с президентом Путиным. Мне казалось, что он видит себя как альтернативу вот КГБшника, ФСБшника, который, обладая этим знанием, этим аппаратом, который дает органы, мне казалось, он видел себя как альтернативу Путину. Смерть человека – это всегда трагедия. И я приношу свои соболезнования близким господина Литвиненко и его семье. Между тем, насколько мне известно, в медицинском заключении британских врачей нет указаний на то, что это насильственная смерть. Нет этого. Значит, нет и предмета для разговоров подобного рода. Ну и, наконец, что касается записки, о которой вы сказали. Если такая записка действительно появилась до кончины господина Литвиненко, то тогда возникает вопрос, почему она не была ранее обнародована при его жизни. А если она появилась после его кончины, после его смерти, то, естественно, какие здесь могут быть комментарии? Те люди, которые сделали это, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций. И в воскресенье, то есть за 5 дней до смерти, я прилетел в Лондон и застал его уже в этом вот, в таком страшном состоянии, подобном призраку. Он был мало похож на себя, на здорового Сашу, которого я помнил. Я его видел последний раз здоровым. 12 октября была церемония в Вестминстерском аббатстве по Анне Политковской. И тогда он
кстати, получил британский паспорт, и несмотря на то, что это была печальная церемония, и мы все очень скорбили по Анне, он был рад. Он был рад паспорту своему. Он не шепнул, мы стояли в толпе, он шепнул, а я британец, я англичанин. Утром в понедельник казалось, что он даже как-то лучше выглядел. Ну, потому что было светло, и он разговаривал, он меня поприветствовал. Правда, сказал такую фразу: вот старик, показывая на себя вот так. Вот старик, как приходится доказывать, что ты говорил правду. Это я сначала так как-то пропустил мимо ушей, потом мне до сих пор это мурашки по коже. То есть он осознавал, вот это вот было чувство как бы миссии. Вот он понимал, за что это ему вот так сделали. И вот это, конечно, делает эту историю из ряда вон выходящей. Он мне позвонил из больницы после первого приступа, через несколько дней после того, как он попал в больницу с отравлением. Он мне позвонил сам и сказал: меня отравили, я знаю точно. Потому что чувство, говорит, было необычное, это какая-то химия, это совершенно точно. У меня, говорит, было сразу ощущение, что это какое-то химическое оружие, сказал он. Вот. А поскольку он офицер, их тренировали, то он, между прочим, сделал очень правильную вещь. Он сделал раствор марганцовки в теплой воде и пил, и выбрасывал, пил, и выташнивал. И он себе прочистил желудок. Поэтому он так долго прожил, он иначе бы умер через несколько дней. Просто человек, который этим занимался, по-видимому, был полный дурак, дебил, которому, может, даже и не до конца объяснили, что это за вещество, он ухитрился перезаразить пол Германии и пол Лондона. Это редкостный идиот. В принципе, это вещество очень удобно. И вообще, само по себе, это вовсе не так глупо, как теперь кажется. Как-то я не знал о встречах его, о тех контактах, которые потом в последующем стали известны. Но четвертого уже, когда он мне рассказал о первой встрече, об одной встрече, о других встречах, просто у меня уже не было никаких сомнений, что он отравлен. Хотя он держался очень, очень хорошо. Мы врачам сказали, что возможно отравление. И Саша должен был умереть в течение 10 дней. Но вот его организм, его здоровое сердце, вот оно позволило врачам Великобритании практически докопаться и установить, что было применено. Если бы он в течение первых 10 дней умер бы, никто ничего не знал. Вот смотрите, почему я был абсолютно убежден, и сейчас я уверен в этом. Путин, он знал. Во-вторых, вот то заявление, которое он зачитал в Финляндии, нет признаков насильственной смерти и нет предмета обсуждения. Они были уверены, что Александр Литвиненко умрет по неустановленным причинам. Человек старел на глазах каждый день за эти 23 дня, что с ним это случилось. И даже видя все эти изменения, все равно это каждый день была вера в то, что он выживет. Что он справится. Что его здоровье, что его организм просто невозможно сломать. Когда мы первый раз обнаружили, что у него стали волосы выпадать, и это просто вот резко началось. И я спросила врачей, может быть, лучше побрить волосы, потому что они выпадали очень сильно, и было видно, что они ему создают дискомфорт. Они сначала не знали, потому что, может быть, на анализы нужны были волосы. Еще тогда не был поставлен диагноз отравления, даже в первой стадии, когда сказали, что обнаружили талий в организме. Потом они разрешили, когда побрить ему волосы. Саша сказал: а у меня вырастут когда-нибудь? Мы говорим: конечно, вырастут, Саша. Конечно, они у тебя вырастут и будут расти у тебя волосы. Еще он говорил всегда: Марина, я же не только меня, а многих даже спрашивал. Я же побегу. Я говорю: конечно, Саша, побежишь. Ну, потихонечку сначала выздоровеешь, а потом побежишь.
пришел туда, Саша уже был, конечно, болезнью очень сильно обезображен, лежал без волос, но, вы знаете, в нем было что-то такое, вот как у Моны Лизы, в улыбке ее загадочное, такое вот у него в лице было что-то. Там не сын был, а отец лежал, как бы, мой отец, а я его сын. Такая вот мудрость на нем была, что-то такое. Ну, видно, уже перед смертью он уже понимал все. Я подошел, перекрестил его, прочитал молитву «Отче наш». Саша лежал с закрытыми глазами и говорит: «Папа, я принял ислам, я стал мусульманином». Я говорю: «Ну ничего, сынок, одним мусульманином у нас будет больше. У меня зять мусульманин. У меня зять кабардинец, мусульманин». Ну, я тогда не, еще надежда была, что жив будет. Я говорю: «Лишь бы ты не принял коммунизма и сатанизма». Так, сказал ему. Ну, Саша так откинулся, опять видно слабость, закрыл глаза, лежал. Я в эту ночь остался с ним, с Сашей. Я благодарю Бога, что был рядом в этот момент с сыном. Я не чувствовал ни голода, ничего. Я вот так вот около Саши все время находился. Он меня к себе не допускал. Говорит: «Папа, там будь». Наверное, чувствовал что-то. Ну, сыну сказал что-то, моему сыну сказал, мне, жене, супруге своей, чтобы в последующем его, если будет такая возможность, чтобы его перевезли и перезахоронили в Чечне, на чеченских кладбищах. И опять-таки говорю, он очень хороший, крепкий был даже 16-17 числа. Я не думал, что с ним что-то. Мы наоборот, мы ему начали говорить: «Да ты сам, мы поедем, там умрем, там нас похоронят, там ты это самое, как бы». Не, он говорит: «Я же ничего, я мужчина, мы взрослые люди, я просто говорю вам то, что я должен и хочу сказать». И говорит, и все, не потому, что я через 5 минут умру, может, я, говорит, не хочу, я буду бороться до конца. Так и шагнул в вечность, да, увязав свою судьбу с чеченским народом. Просто он сделал то, что он мог сделать, как бы, и связав крестьян, как бы раскаиваясь за то, что сделал не он. Я вот христианин. И вот он себя, свои последние годы он прожил с этой трагедией, с этой болью. И ушел он в эту вечность, унося с собой вот вину за то, что там происходит. Я христианин, Ахмед мусульманин. Мы братья с ним. Мы побратались. Я потерял сына, нашел.